Народ наш помнит историю эту. Столетия назад были жаркие лета. Вода не спасала, пусты погреба. И жажда такая, что просто беда. Работа не шла, забав не хотели. Но вот князь Владимир пришел в наши земли. И повелел им тогда в тот же час: раздайте народу немедленно квас. Квас сил подарил и жажду прогнал. А князя народ красным солнцем прозвал. Лето 988, а квас по праву славный.